Hello, pupils. How are you? I think you're fine. Let's start our lesson. Look at the picture. What do you think the theme of our lesson is? Посмотри, пожалуйста, на картинку. Как ты думаешь, какая тема нашего сегодняшнего урока? The theme of our lesson is fruits. Тема нашего сегодняшнего урока – фрукты. New words. Новые слова. I will read the word twice. You should repeat after me. Я прочитаю слово дважды. Тебе следует повторить за мной. Apple. Apple. Orange. Orange. Banana. Banana. Kiwi. Kiwi. Pear. Pear. Okay, good of you. Let's continue our lesson. Look at the picture, please. What can you see at this picture? Продолжаем наш урок. Посмотри, пожалуйста, на картинку. И сейчас мы с тобой разберем, как образуется форма множественного числа в английском языке. Мы с тобой уже знаем, как по-английски яблоко. Правильно, apple. Чтобы сказать одно яблоко, мы скажем one apple. А чтобы сказать два яблока, к слову apple мы прибавим окончание s. И получится apples. Я хочу сказать два яблока. Two apples. На картинке мы видим один апельсин. One orange. Чтобы сказать два апельсина, к слову orange, я прибавлю окончание s. Получится two oranges. Одна груша. One pear. Четыре груши. Four pears. Now you please. А теперь ты. Как мы скажем? Четыре банана. Один банан. One banana. А четыре банана? Four bananas. Два яблока. Одно яблоко. One apple. Два яблока. Two apples. Your task for the lesson is to draw the basket with the fruits. Color and name the fruits. Твое задание – нарисовать корзину с фруктами, раскрасить и назвать фрукты. Good luck! Удачи! Thank you for your attention. The lesson is over. Goodbye!